Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем тюнадочку на сегодня ролеплей Центральный округ. Моник здесь Кирилл Путбулов, не забывайте вводить моник по регистрации. Итак, сегодня у нас будут гоночки с подписчиком. В принципе, давайте, я думаю, к светофору подъедем сейчас. У нас будут гоночки. У него фуловый Мерседес, а у меня стоковый. Ну как стоковый? Не фуловый, короче, Мустанг. Давайте я вам покажу, в принципе, что тут у нас. Вот, стоит только у нас двигатель и резина, и все. В остальном он просто стоковый. Это на самом деле пиздец, ну ладно, думаю, не страшно. Так, вы действительно хотите поучаствовать в гонке? Все, начинается, в принципе. Сейчас попробуем, какой Мустанг против фулового Мерседеса. Я думаю, будет интересно. Едем до ГУВД, я так понял, или куда мы там едем. Блять, что-то я проебал старт, малеха. Так, ну, ох ты, ёпта, опа, опа, как я обошел красиво. Все, заебись, так, едем. Скорость у нас примерно такие одинаковые, поэтому, я думаю, будет довольно-таки неплохо. Так, нам нужно поворачивать или куда? Ну да, нам нужно поворачивать. А, все, я на карту открыл. Давай, 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 тащи. Тащи. Мустанг, блин, а Мустанг в стойке довольно-таки неплохо едет, я вам скажу. Так, давайте, ладно, пропустим его, чтобы не разъебаться. Так, опа-опа-опа, я прошел вообще красиво. Так, он немножко разъебался. Все, варим, блин, это интересно просто. Это тот же самый подписчик, который мне помог обменяться, в принципе, машинами. Так, зеленый, поворачиваем, все. Едем, 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 он за нами едет, это хорошо. Все, блин, вот я люблю такие гоночки, пацаны. Вот эта атмосфера, сука, гонки, блядь, с подписчиками, это круто, пацаны. Это реально круто, обязательно ставьте лайки. Максим, большое спасибо. Спасибо, что он согласился поучаствовать во всем этом движе, потому что на самом деле соперника очень трудно найти, а он согласился. В принципе, у меня стоит только две детали на Мерседесе Нитро, а у него фуловый Мерседес, поэтому я думаю, это будет довольно-таки интересно. Так, я побеждаю, по идее, да? Вы получаете приз в размере... Есть, я выиграл. Так, давай еще, давай еще. Все, заебись, в принципе, я выиграл, поэтому мы можем еще раз попробовать. Давайте отсюда, я думаю, начнем, в принципе, чтобы никому не мешать. Так, у нас гонка уже вторая до автошколы. Блин, сейчас будет реально интересно, потому что нужно ехать прям до автошколы. Это в Южном. По полям не ездим. Окей. Все, поехали. Так, давай, давай, Мерседесик. Со старта, кстати, Мерс и Мустанг довольно-таки классно едут. Так, поворачиваем, блин. Давай, 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 давай. Блин, я должен выиграть. Я должен выиграть. Да, у него он фуловый. У него со старта он реже. Ускоряется быстрее. Но тут уже будет сейчас решать скилл, в принципе. Поэтому сейчас быстренько едем. Так, он здесь повернул. Хорошо, я поеду сюда. Это тут светофор тоже есть. И там он есть. Так, я его не вижу. Ай, бензовоз, аккуратно. Ёптво налево. Блин, это гон. Охрененные пацаны, с вас просто обязательно лайки. Так, так делать нельзя, если что, на красный ехать. Так делать не нужно, он сзади меня едет, он сейчас меня прилетит. Ах ты хитрюган, блин, давай, валим, валим, валим. Если меня до можно посадить, я не буду разочарован, потому что я виноват, я на красный проехал. Так, я еду прямо за ним просто впритык. Так, бензин есть, все хорошо. Главное сейчас лобаря не словить, в принципе, да. Так, поворот, поворот, поворот. Блин, я поворот проебал, блин. Вот это хреново просто. Давай, жми, просто жми. Так, я начинаю ускорять твою дивизию. Так, у меня уже дымиться начинает он. Итак, короче, в итоге меня крашило возле автошколы. Как вы поняли, у нас гонка была до автошколы. Давайте объясню, что происходило до того, как меня крашило. Запись не полностью сохранилась, поэтому я вам сейчас расскажу. Итак, последний кадр вы видели, как я проехал между машинами. Да, я обогнал его, потом там был мост вверх шел. Я на нем подпрыгнул и плохо приземлился, тем самым сломал машину. Потом я подчинился, меня Максим подождал. Мы поехали дальше, он меня обогнал. Мы доехали до моста, до шлагбаума. Он поднялся, навстречу ехала дюна, она всех сбивала, в итоге я просочился и почти доехал до автошколы, и меня, короче, там крашнуло. Я вот зашел спустя час записать продолжение, в принципе. Какой итог? Да, я бы выиграл. Большое спасибо подписчику Максиму, кто согласился погонять со мной, потому что, ну, реально мало кто соглашается вообще погонять. Трудно найти такого человека. Он согласился без проблем, за что ему большое спасибо. Мустанг, на самом деле, мне очень понравился в своем управлении. Он довольно-таки неплохо едет, хотя у него стоит всего лишь две детали, а Мерс был фуловый. В принципе, машина неплохая. Я не расстроился того, что я обменял Мерседес на Мустанг. Мне Мустанг тоже очень даже понравился. Твинговать я его не буду, потому что, ну, не хочу я деньги уже тратить на машины, в принципе. И напишите, пожалуйста, в комментариях, за сколько я смогу продать этот Мерседес. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравится такая тема, можно будет еще как-то с Максимом связаться и еще раз погоняться, устроить реванш, возможно, либо уже погонять на других машинах. Все, всем пока-пока.